Добро ФПС, дорогие зрители и подписчики наших каналов. Ночь кончилась. С вами Шустрила, с вами Блэк, с вами Джек. Здрасте. Здрасте. Всем привет. Мы здесь переночевали, якобы. На самом деле мы рендерили первую серию и сразу после этого засели за вторую. Потому что ломает побешеного Макса. Там снизу кто-то бегает, я серьезно говорю. Будем аккуратно. Иди, может, это зомби. Ты с оружием, иди первый. Ага, давай. Подвинься. Что ж ты такой? Я... Бабу все съел? Так, есть. Так, все, пора выключать Steam. Подожди, Артур. Угу. Будь ты проклят. Ты будешь удален скоро. God damn you. Есть. Здесь, кстати, нареспаунилось снова фигни. Ага, вижу огнетушители. Ага. Так, ну я предлагаю нам... Ну мы около Старого Собора, не очень приятное место. Да я там бегал, ну не знаю, это было ночью, конечно. Давай пойдем за мной тогда ночью. Аккуратно. И... О, как солнце хорошее какое. Солнце вообще отличное. Давай... Освещение вообще какое-то другое. Какое-то другое? Да, другое. Давай попробуем найти оружие для меня. Предлагаю на нож пойти тут, вообще близко, 10 минут идти. Тут шапочки, кепочки. Вот у меня где тут был, ничего нового не заспаунилось. Но было, у тебя автомат есть. А на Норс, Артур, он в зелено, наверное, мы сходим уже позже. Это пипец, тебе сколько до нас пилится. Хотя, о, консервушка. А открыть ее есть чем, консервушка? А, ну, не знаю. Но у меня есть автомат с пулями, чё, почему? Эта фигня, она от тепла, ой, от холода защищает, да? Потому какая? Что ты в ней палишься, пипец просто. У тебя она такая заметная. Желтая? Ага. Куртка. Ну, блин, она вместительная. Ну, короче, и за, и против, да? Как бы тут вещи-то нужны. О, слышишь, синие джинсы темные есть. Ну, у тебя вообще цвет просто защитный. Мало. Я сразу, когда персонажа создавал, думаю, так, всякие там красные, желтые, отметаются палево. Чёрт, это всё. Темно-серое. А вот что-то зеленое. ТТСКО Пэнс. О, кстати, вот эти вот я, наверное, одену на себя недовольно такого приятного цвета. Меня постоянно глючит по поводу... Да, ничего таки. Постоянно глючит по поводу, что машина какая-то едет. Но потом я понимаю, что... Их еще нет, да? Не может ехать. Их еще нет. Ну, управление-то уже тут есть в настройках машины, так что я думаю, может даже и есть просто пока. Вы убивали зомби хоть одного? Да, валил. И они у вас исчезали потом сразу? Некоторые сразу, некоторые нет. Навалили мы их знатно, помню. Понятно, только что с автомата первого зомби убил. У автомата звук такой тихий просто. Это, а это тебе так, это тебе так кажется? Да? Да. Так, хорошо, ну что, ты будешь еще лутать эти ангары или двинем? Да, сейчас посмотрим, что тут, да пойдем. Нам, мы все равно же никуда не спешим. Пробежимся через снайперскую горочку на старом по безопасному пути и... И пойдем в выбор Джека встречать. Угу. Ты смотри, вот что, Рекс нашел. Не знаю, что это такое, но, видимо, можно их использовать. Так, ты смотри пока, у меня живот урчит. Я попробую покушать, только мне нужно найти, где что. Я себя... слушай, я перевязываюсь. В принципе, можно было бы в сторону аэропорта пойти. Ну, то есть я знаю дорогу, как туда пойти. Есть, грубо говоря, дорог не помню. Один бинт есть, чтобы перевязаться, если что еще. Я не знал, что это такое, поэтому методом тыка проверил. А почему я, наверное, зеленый горе двину, если что. Блин, я не могу покушать, у меня все та же тупкая. Как есть. Надо вскрывать эти консервы? А у тебя есть чем вскрывать? По-моему, консервный нож. А, нет, нету. Давай я вскрою тебе. Клади к себе в рюкзак, я сейчас достану. Нет, я ее сейчас положу на пол. Угу. Видишь, она не положила. Ты ж помнишь, как это теперь долго должно... А, нет, смотри, сразу грузится. Принимай. Отшестрила. Ай, негодяй, смотри. Раз, открыл консервы. О, получай. Я нашел, что... У тебя консервный нож? Или чем-то открываешь? Да, у меня кен-опенер. У меня просто отвертка есть, гаечный ключ. Я бы смог... Адидас! Это так. Твое прям, да, все сразу. Athletic Shoes Grey лучше. Athletic Shoes Green. Grey берем. Вкусно. Хорошо. Пойдем. Все. Я кусачки нашел. Может, ими можно открыть? Нам. Здорово. Еще... Я на самом деле мог бы открыть пальцами, тупо. Консервную банку? Да. Да ты суров. Я вот помню, смотрел дядька, который ходит в походы. Очень долго. И он эти банки вскрывал. Там сжимал ее. Да, полгода. Артур, сейчас на изичах пальцами. Давай сюда. Нужно просто знать метод и куда жить. Ты идешь? Я вышел с другого входа. Ты к лесу подошел? Бендер сгибатель. Сейчас я подойду к тебе. Я здесь около разрушенного провода. Вижу тебя. Слушай, вот самое интересное, теперь мы с тобой хер перепутаем друг друга. Ну да. Из-за кастомизации персонажа это становится, ну там, больше, чем два скина. Ладно, в принципе, можем бежать не в полном темпе, чтобы персонажа не выматывать, но...
Персонаж-то вообще быстро уматывается. Зеленка вообще какая-то другая, тоже к ней надо привыкать. Кстати, зеленая гора, ты сказал, какой-то зелёнка. Этот файл не нашел у меня. Игра. Не нашел игра файл. Игра файл. Ты старый хочешь? Я хочу не в старый, я хочу пройти по безопасному пути тут довольно-таки через снайперские горы. Я не думаю, что у кого-то есть снайперская винтовка, вот трезво. Ну, не знаю, Джек уже нашел за полчаса. О, слышь, я голоден. Давай до этих кустиков, там мне надо моих похавать. Я проверю, в каком они состоянии. Я нашел желтый плащ, такой же, как у вас. Это у меня. Окей. Да, у меня серый. Я могу, вот, я в рыжий куст тогда сяду, чтобы слиться с местностью. Так, я, наверное, возьму топор на двух зомби. У меня еще, кстати, Артур, хлопья, очень много хлопьев всяких. Ну, у тебя пожрать и есть, да? Потому что у меня не так, чтобы много. У меня воды маловато. Воды у меня... У меня таблетки есть какие-то. Женщина пыталась ко мне по лесенке подняться и в нее уплыла. Бутылка с витамином. У меня тоже есть бутылка с витамином. Это разве питье? Я не уверен. Погнали, my hunger is satisfied. У меня есть этот, фляга. Ага, здорово. Которую можно наполнить, если что. Ну, там вроде как обеззараживать надо, потому что может что-то нехорошее случится. Серьезно? Здесь вот именно, да. Здесь именно, что вот по этим приколам, по мелочам очень много переработали. Бинты, опять же, те же самые, из футболок, там всяких можно делать. Mm-hmm. Что? Я умер? Что? Джек Шепард. Что? Я выбежал из дома, был черный экран. Потом мне написали, вы мертвы. И Артур, я слева выживший на поле бежит, смотри, на корточках. Видишь, к красному зданию. Лучше. Сейчас перебегает кустики. Так, я прилег. И ты приляг. Сейчас, секунду. Я не шевелюсь. Ты видишь его, не видишь? Он замер. Он у красного здания? Нет, он замер. Нет, он замер. Вот от красного здания чуть-чуть левее, в 100 шагах, есть кусты. Такая полоса кустов идет. И он между двух Понял. Кустов. Угу, вижу. Это выживший? Да, это он. Ну, это зомбак, который двигался. Но мне почему-то кажется, что это выживший. Как зомбак стоит и шатается. Ладно. Спишем на зомбака. Ну, пойдем. Зомбак. Джек помер, говорят. Все пропало. Это мне понятно. Но я сейчас побегу к своему трупу. Я в каменке, благо. Давай, братан, давай. 3 километра бежать сейчас. Мы бежим тебе навстречу. Там. Я не понял, как я умер. Просто черный экран, тут же надпись «Вы мертвы» и все. И здрасте, я в каменке. Джек, такое будет миллион раз еще. Приготовься. То есть настолько... Как там Арсений писал, один из разработчиков, типа, приготовьтесь, говорит, к тому, что игра будет непонятной первое время вообще, то есть... Что происходит? Да, я говорю, мы начинали играть, когда там на весь мир было 12 серверов еще, нам, говорю, пофиг. Кстати, у меня есть кастрюля и рис. Так, это уже что-то. У меня тоже кастрюля есть. И еще, а еще есть тушеные бобы, можно туда будет закинуть, смешать, очень вкусно получится. Окей. По походному. Так. Только пока кто-то один готовит, другой все прикрывает, а то мало ли. Где мои палатки? Нет палаток, я что тебе говорю. Что вы сделали с палатками? Отписываюсь. Дизлайк. $30 в никуда. Просто в никуда. Здесь есть... Блин, да что ж такое, вообще, магазинчик, ребята, который ты можешь... Простите за контакты сейчас. Я здесь, я вернулся. Моя... Слышь, я очень быстро лег, походу ударился головой, и мне говорят, что у меня голова болит теперь. Голова болит от голода, от... удушья, говорю, от жажды. Пошли в магазин зайдем, мне пить надо. Вышечка. Сейчас увидишь магазин, там парковка такая, сделали ближе сюда, короче, к этой горе. Не там стоит, где он раньше стоял. Я уж думал, вертолет летит над все. У тебя рюкзак большой, кстати. Большой очень. У меня такой чистый, знаешь, школьный. Ну, хоть какой. Ты поначалу начинаешь, вообще рюкзака нет. Ну да, вообще ничего нет. Так. А знаете, что меня сейчас перегревает больше всего? Вряд ли в этой игре сейчас есть хоть один читер. Да. Пока что. Пара-па-па-па. Я думаю, неделя пройдет как минимум. Ну, да, и плюс ВАК, античит, как бы, еще провалов. Максимум правее. Видишь он? Да, короче, если кто-то здесь захочет читерить, то он... Давай разделимся. Я пойду схожу в магазин за едой и водой, а ты посмотри на наличие оружия в левых сараях, там где чупа-чупс. Угу.
Так будет удобно. Я просто не уверен, что там будет. Так, моя. Ладно, короче, пушка. Если ты сюда двинешься, то предупреждай, потому что я сейчас во все, что шевелится. Да, 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 хорошо, хорошо. Ну, давай проверь. Я, правда, не уверен, что здесь будет оружие в этих сараях. Ну, раньше ж были всякие. Ну, дробовики. Раньше, а сейчас тут... Мне даже дедушкина подойдет, то есть все что угодно. Главное, чтобы было чем пугать людей. Фу, дедушкина мне с мамой подойдет. Ну да. Сейчас нам дедушкина это вообще будет за праздник просто. Короче, анимацию влезания и слезания по лесенкам ускорили, это очень хорошо. Нашел, еще один рюкзак нашел. Угу. И топор, но нам не нужно. Но рюкзак, кстати, зеленого цвета, я думаю, его лучше возьму сейчас. Ты же где оказался? Переложу все. Я в каменке бегу сейчас. Я вижу выжившего, из него течет кровь. Не я. Ну, и он живой, он живой. Решай сам, что делать. Ну, я его решаю, что. Только я попасть не могу. Пипец, я стреляю прямо в голову, пули летят на километр вверх. Вертит башкой, да? Слушай, я вижу выжившего, он тут стоит. Артур, тот выживший часом не в воротах был? И не смотрел вверх, которого ты убил? Он был не в оранжевом с ушанкой? Нет, он в клетчатой рубашке. Я нашел ствол. У него просто шлем, который мне пригодится. Господи, да он еще жив. Так, кажется, я тоже убил кого-то. Тут был парень с оружием. Простите, парни, сегодня у нас добра не будет. Ну как? Сегодня у нас ваше добро будет. Слышь, нашим. Артур, есть мосинка! Куча патронов к мосинке! Congratulations. Тебе нужен шлем? Да нет, спасибо. Я теперь боец номер один. О! Вот теперь бараки даже на пути к зелени. Ну что, сукины дети? Халява кончилась! Я зомби не слышу. Вернее, я слышу, я не понимаю, где он. Ты убил того пассажира? Да. Здорово. Да он не шевелился, я не пойму, может он в лаге каком-то был. И этот, кстати, тоже не шевелился. Что за фигня? О, рюкзачок. Охотничий бэкпак. Прекрасно. Как тебя лутать, братан? Ну, покрутись вокруг него, он через некоторое время придет в себя. Ага, вот нашел, кажется. Так, огнетушитель и еще одна эмка. Окей. Фонарик. Блудбэк кит возьму себе, почему так, нет? Я уже пить хочу. Что-то странно как-то. Пистолет стреляет, целишься точно в голову, пули летят с таким диким разбросом. Аптечечку нашел. Я не знаю, что, где этот парень-то взял. Флягу воды тоже нашел. Пустая, правда. Спагетти. Нет, в этой кишке я не уверен, что будет какое-то оружие. Ну, кроме оружия ближнего боя. Тут вообще как-то никак. Ну, у меня еще патронов хватает, вот что меня пригревает, конечно. Серая рубашка. А где моя, блин, это? А, я же там перекладывал. То есть я забил на перекладывание из рюкзака. Есть еще 4. Я очень устал. Понял, бывает. 4. Интересно, чем нет. 4 бинта еще взял с этого парня. Угу, молодца. И гаечный ключ. Не знаю зачем. В хозяйстве пригодится, короче, так. Ну, а что? Погнали, Макс, на North Airfield. У меня есть винтовка, да, в принципе. Я бы сходил, на самом деле, за Джеком. А потом уже туда. Ну, за Джеком нам сейчас строго на запад. В принципе, минут 20 бежать мимо выбора. Вы могли бы на Зеленую гору двинуться, я бы туда подошел тоже. Кстати, на Зеленой горе может быть что-то крутое. Да, да. Слушай, а ты не мог бы, пожалуйста, подойти к магазину? Сейчас, подожди. У тебя место есть еще? Место есть? Тут, ну, не так, чтобы много у меня. У тебя кто-то есть? Да это зомби, он стоит посередине. Я не вижу смысла к нему идти. Сейчас обойду к магазину. Да. Кстати, трупы очень долго лежат. Mm-hmm. То есть вот чувак, который я еще сегодня утром нашел, до сих пор здесь лежит. Вижу еще одного зомби тут. Мне бы прицел какой-то к Мосину. Он, конечно, и неплохой такой, но приближение не работает. Ну, у тебя тот, который на видео, да, стандартный или? Mm-hmm. Или вообще без прицела? Без прицела, с обычным, ну. Ну, как у Ленфилда. Iron Sight, да. Понял. Но у него поприятнее прицел, чем у Ленфилда. В разы. Я на заднем входе в магазины. Угу. Так. Очень сильно свет, солнце слепит. У меня голова болит. Так, ну днем тут интереснее бегать. О, здание разрушенное, тут ничего. Я такого не видел. Я тут ночью, короче, вообще нифига не видел. Я еще с фонариком был, которым не умел пользоваться. Слышь, Артур, такое дело. А ты не знаешь, где здесь есть водонапорная такая, чтобы можно было водички набрать?
Без понятия, не видел. Жаль. Помнишь, Артур, в Зелена колонка стояла, где мы постоянно воды набирали у этих? Я вот забегаю, проверю, есть там она, нет, можно ли там... В Зелена около церкви, что ли, которая? Нет, наверху, где эти, амбар был длинный, коровник. Я в магазине. Понял, понял, все. Через дырку в заборе, где еще ползали. Сейчас, подожди, Макс, я тут просто зашел по дороге, что-то вылезло. Не стесняйся, тут всякие биты лежат. А, радиоприемник. Шапочка вязаная. Ладно, все, я пошел. Пожрать что-то, просто надо найти пожрать, у нас дорога сейчас дальняя будет. А мне попить надо. Пожрать у меня есть пожрать, на всех. Консервы у меня тоже есть, две штуки. У меня три жрачки, еще и рис, который я хочу сварить все еще. Ну, вы нашли штуку, которую открывать их? У Макса есть. Хорошо. Да. В церкви ты был, да? Не был. Ну ладно, хрен с ней. А давай, зайди. Давай в церкви встретимся. Блин, по-моему, давай. Не на ту дорогу вышел. Блин, как-то все так более круто сделали. Заборчики такие, шлагбаумы. ФПСик можно было бы получше, я считаю, прикрутить. Но он будет лучше, это все-таки сам первый день. Ну еще бы. Игра в целом пока что смотрится относительно неплохо. Захожу в церковь. Угу. Паству убрали. Ну как убрали? Скамейки. Это действительно церковь. Заявляю авторитетно. Это... Что нашел? Я чудо-чудо. Я тут, короче, за тобой еще. Что произошло? Да, Артур. А, летает. Творят чудеса в церкви. Нашел себе лучше, чем, ну, такую же по вместимости, новую куртку. Зацени. Окей, по крайней мере, ты не палишься теперь. Маска, конечно, светится, как елка новогодняя. Какие проблемы? Да уберем ее. Во, неплохо, неплохо. В стиле. Дай посмотрю на бусинку. Пожалуйста. Прикольно. Какая она. Там Адидасы не хочешь новые? То обувь не износилась? Нет, я себе взял этот. Не, просто обувь изнашивается иногда. Ну это такие плохие кеды, они изнашиваются быстро. Вот у меня военная обувь, она... Я чувствую себя очень плохо, Артур, вода нужна сейчас. Сейчас я положу на пол. Давай. То мне, в общем, очень нестабильно. Видишь? Вижу. Блин, лишь бы никто не прибежал быстрее к моему трупу, чем я. Возьми мою... Я выложил тебе, у меня там ничего нет, правда, но сейчас наберем, поменяемся флягами. Так, это что такое? Чувствуется какое-то выживание, ты знаешь, именно. Ну, это еще будет очень долго продолжаться. Блин, так, вышка, я бегать нет. Вышка, пойду к вышке. Интересно, а к твоей можно прицепить фонарик к твоей мосинке? У меня просто фонарик есть. Давай попробуем. Выкладываю на пол. Слышь, может закрыть церквуху? У тебя такой классный девайс. А где ты нашел, кстати, такой девайс? На трупе. Все, так. Пришпандорил. Сейчас смотрим. А что нам тут еще делать? Так, я вход держу. Братан, смотри, что я сделал. Я взял ее в руки. Это подходит? Ну, как тебе сказать? И очень. Так, секундочку. А если мы сделаем так... И вот так. Не, мосинки не подходит фонарик. Ну я поношу. Ой. О, сработало. Все покоцанное какое-то, у меня кругом дэмэджит. Кстати, как мосинка себя ощущает, интересно. Даже не написано, насколько она хороша или плоха. Просто мосинка. То есть у тебя фонарик именно к оружию, который? Да. О, давай обратно я попробую. А, Артур, так он уничтожен. Нет смысла его носить. Руинет, он типа поломан. Это ничего, они все тут дэмэджит. Не-не-не, руинет уже не работает. Это бутафория уже просто. Что вы мне тут наговариваете? Говорю, что он не работает. Можно взять в руки, но работать он уже не будет. Так, пистолет мой, берите. Это я балуюсь пока. Та-та-ра-та-ра. Давай, хватай. Блин, как с управлением? Тут все-таки непросто. Угу. А что с управлением? Непросто. С управлением. Непривычно. У меня, кстати, ну, итого 30-34 вроде как патрона на мосинку. Или даже больше. Угу. Вообще у плана 36. Но я всегда беру много меньше. У меня 6 выстрелов, если что. Я стреляю в крайнем случае. А погнали. Погнали. Я, конечно, что-то пипец уставший какой. Я тоже feel run down. Все, Джек, мы отправляемся в Кабанино. Угу, хорошо.
Без палева. Так, кстати, я вот что-то из зелени не видел. Зеленую гору смотрел в ту сторону, но вышки не видел. Я может, просто не вижу пока что смысла особо бояться зомбаков, ибо их действительно нет пока. А ты заметил вообще вот это вот то, что они прикольно сделали? Город разрушенный, кругом мусор валяется, листья не убраны, короче, все заросшее такое. Здорово. Интересно, этот дом. О, этот разрушенный дом можно залутать. Здесь практически каждый дом. Я, кстати, в нем был, по-моему. А я, кстати, такой первый раз вижу. Кстати, зомби, по-моему, наглся. Кстати, нет. Дальность вот, прорисовки, нет, по-моему, еще побольше стала. Голова раскалывается. Ой, что амбар что-то достался. Ну, просто думаю, возьму-ка, да и выскочу. Бандана, не хочешь бандану? А, нет, мне норм. Ничего, братан. Крючки всякие. Чисто. А-да-да. А вот тракториста. Еще тракториста. А, чисто. Чисто тракториста. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Это как знаешь, это ты знаешь, как будет по-английски неделя? Да-да-да. Трактор с драйвер Дик, что-то именно, там. Именно оно, да. Вик, сак за трактор драйвер Дик. Макс, я на полную, побежали. Побежали. Ну давай не на полную, а так, а просто бежать. Ну да, то есть. Ой, слушай, а тут дверь-то открыта, не нами. Ну ладно. Это мной дверь открыта, это последнее место, которое я сходил. Так что, мы единственные дурачки на севере бегаем? Возможно. Народ просто осваивается, может там в Березе, на клёне где-нибудь. Но должны же быть жесткие ребята, которые сразу понимают, так, здесь кстати говоря, попить можно, наверное. Да, можно набрать. Так. Не уверен насчет попить, вот набрать вполне возможно. Сейчас я еще раз попью из твоей фляги. Так, drink. И все. There is nothing left. Я надеюсь, я сейчас подбегу к воде, у меня не будет это то, что все вещи. Не, не будет, наверное. Так, а как интересно его набирать? Drink water вот. Только есть, слышь? Нет, тут нет. Можно попить из нее. Набрать из нее воды нельзя, походу, вот так. Я когда колесиком кручу, просто написано drink water. You drink some water from the pound. Так, это уж очень плохо. Взял в руки очень и ноль эмоций. Пойдем, пока, кстати, вода еще не грязная, надо идти. Но вроде как нормально все. Слушай, я чувствую себя таким выживальщиком с этим Мосиным, просто забей. Крадешься такой. Что самое главное, мы не знаем, где здесь вообще могут быть палатки, а где их нет. Угу. Пока что и рекомендую особо не гуглить на те моменты, пока мы играем. То есть, чтобы было именно ощущение первооткрывателя. А еще хотя в комментариях все равно все подсказали. Да, ну, комментарии будут уже к этим сериям, я думаю, когда мы уже довольно много сами освоим, во-первых. Во-вторых, в Гугле сейчас немного. Это я тоже думаю. Да люди там уже свою в Вики опять забивают кучу информации. Зачем? Наоборот, это здорово. А смысл-то какой? Я даже думал свою Вики сделать, там, где я буду описывать, типа, старые соборы, как мне нравится, где я лучше делаю, там, каждое мнение по оружию. Оп, писать. Нет, мне эта тема действительно интересна. Что там? Показалось? Да, да, похоже, показалось. Я туда посматривать буду, что-то там какое-то... Неспокойно там. Так, в этом пошли, амбаре... Пошли туда, на самом-то деле. Да. Давай. Да, побыстрее через поле, не люблю медленно. Так, на спринте... Я, походу, чувствую себя уставшим, потому что я очень много с собой ношу. Короче, кастрюля и рис остаются тут. Давай, у меня потому что тоже есть. Да, еды нам хватит. У меня голова болит. Ну, эти катушки сена на поле. Непробиваемые. Ага, преснопамятные. Железобетонные. Птица летит слева, планирует на нас. Кажется, будет гадить. Нет, передумала. Отлично. Если я сагрю на себя зомби, я смогу от него как-то убежать? Я думаю, потому что этот в дура, доме довольно сложно это сделать. От которой я бегал, и в итоге, где я сдох, она стоит прямо на моем трупе, а мне нечем ее бить. Угу. А, да, зеленая гора на месте, вышка стоит. У меня же там? У меня еще есть пакет крови, слушай, надо кого-то убить и слить с него кровь. Кстати, да. Я не совсем зомби. Где? Это, наверное, зомби. А, под землей, да под землей. Это ж под... Да, он проявился на секунду, наверное. Мне показалось, что тот я понял. Подземный зомби. Но они не проявляются, они обычно из этого FPS, кстати, вроде как и садится. Не знаю почему, но мне кажется, что под землей сейчас за нами сагрено где-то 3-4 зомби точно. И которые бегут за нами, ничего не могут поделать. Да, но, ударить тоже не могут. Может, они так Джека и убили, кстати говоря? Нет, вряд ли. Он же в секунду умер. Там что-то. Да, я
просто меня сразу на Каменке зареспавнили. Там что-то другое. Джек, самое главное, сбитый, не пытайся на зомби напасть. По крайней мере, потому что я видел... У меня тут автомат с патронами 60 штук. Я бы даже... Она прямо на трупе на моем стоит. А ну-ка, директ коммуникейшн. Сейчас я попробую поговорить. Джек, скажи, услышишь ли ты меня? Джек. Давай. Нет, ничего нет. Я слышал Артур. Тебя плоховато. Хорошо, видимо, вот только на зону. Прием. Прием, Артур. Отлично. Нет, пацаны, да, ну слышно именно, слышу. Короче, как директ должен работать. Угу. Так, зомби, пожалуйста, девушка красивая, милая, иди сюда. Пойдем со мной. Их две, они друг на друга стоят. Джек, да у тебя целый гарем. Наверное. Девчонки, пойдем. Да, а что одна-то? Эй! Джеку там норм, короче. Ни одной мало. Газовую лампу тоже положу. Ну нафиг она мне сейчас. Так, они ж через здание бегают, точняк. Пошел такой главный. У меня есть еще какая-то отвертка, скрю-драйвер называется. Интересно. У меня есть, тоже можешь выкидывать. А, слушай, а ей можно вскрывать эти. Да? Да. Ну и хорошо. И кен-опенерами тоже. Или нет? Так, это будет сложнее, попробуй, попробуй что-нибудь открыть скрю-драйвером. А, испортится потом еще. Ой, да ладно, сейчас поедим сразу. А где мой скрю-драйвер? У меня нет скрю-драйвера. Я понял, я сам попробую. Я его, походу, выкинул, когда убирал из быстрого слота, я, похоже, просто его... Скрю-драйвером нельзя, вот что узнал. Что это такое спереди? Я тут сейчас такой маневр заложил. Только кен-опенер. И ножом, наверное, еще можно. О, мы пришли в кабайна. Пойдем водички наберем. Погнали. Спичек... Ограниченное количество, это, конечно, пипец. Ну, в принципе, их дохрена там дают. У меня полный коробок. Да-да, ты ж не будешь там два. Ну, как этот пятый элемент. А, да. Дышите, да. Нет, как там, господи, как его? Я забыл. Как героя Брюса Уиллиса? Как Корбан? А, да, Корбан. Корбан, детка. Корбан, детка. И все-таки, знаете, именно... Корбен! Что еще хочется сказать про пятый элемент? Фильм, который действительно хорошо перевели. Ну, то есть, именно локализация, можно сказать, даже в какой-то степени лучше оригинала, хоть оригинала не смотрел. Но перевод этого нигера просто божественный. Я первый раз смотрел перевод от Гаврилова. Мне он запомнился больше всего. Это гнусавый. Корбен такой. Корбен, детка. Такой, знаешь, этот вообще просто пафос. Да, зомби слышно, но не видно. Угу. Зомби пока нет. Да и плевать. Главное, что игра есть. Короче, да. Зато теперь, если мы кого-то видим, мы уверены, что это не зомби. Ну-ка, паркур будет? Зомби. Паркур! Опа! И чё, получилось? Да. Главное разогнаться. Слышишь, слева стоит женщина, Джек. О, Артур. Джек тут. Так. Мне кажется, воду можно будет набрать вот там где-то. По крайней мере, я вот надеюсь на это. Ты хочешь у колонки попробовать? Да, да, да. Тут еще кабак какой-то. Может, в кабак зайдем? Кабак? Угу. Ого, неплохо. Что-то есть, слушай, в кабаке. Налобный фонарик есть, прикинь. Вот это состояние какое. Состояние? Нестояние. Сейчас скажу. Он пропал. А, нет, вот он. Сейчас, секунду. Есть какой-то рюкзак. Ну, похоже, такой, как у тебя. На входе прям. Работай. Работай, сука. Давай, бинтуйся быстрее, ну. У него состояние отличное. Поздравляю. Батарейки. Здесь есть топор. Ага. Все, так, вам эмочку взять мне в рюкзак себе или не нужно? Ну, возьми. Лишнее? Да. Конечно, возьми. Такие вещи спрашиваешь. В рюкзак почему-то ее нельзя положить. Как это? Может, у тебя рюкзак маленький? Ну, 35 ячеек и 11 занято. Странно. Плохо. Не, оружие не перекидывается. Угу. Только в руки. Это печально, это, я думаю, исправит. Пойдем, это, Артур. Чего? Пойдем, это, Артур. Подожди, я колонку вижу. Где? Да тут прямо в дворе. А, вижу, входит. Действительно колонка, господи, как я пропустил. Очень сильно Дринквотер по-прежнему солнце появляется. А там, наверное, надо... По-любому есть фил. Сейчас я попробую в руки взять.
Да-да, скорее всего. А, лол, надо было нам с тобой в руки взять просто ее, и все бы появилось. Нет, я там пробовал, у меня там не было. Я и тут, короче, она у меня в руках. И толку от этого нет. А у меня есть fill bottle. Я набираю воду. Да. У тебя она не в руках. Открываю тебе тайну. У тебя она не в руках. Есть у меня, есть бутылка воды. Есть у меня один. Маленький. На хоткей надо взять, на хоткей. На хоткей я нажал и пробел нажал. Не, на пробел не надо. Еще раз нажми, нажми пару раз. Значит, он на цифру. Нет? Ох, как оно все прям работает-то. Возьми вручную в руки положи. О, подожди, ну-ка. У тебя нет в руках ее. Нет. Смотри, то есть я нажимаю раз, у меня сходу она пошло. Она как бы в руках, взялось. Потому что она исчезает через секунду. Я могу на секунду сделать там drink water. Ну, посмотри на меня. У меня она есть в руках сейчас? Должна быть. Так. Да, она у тебя в руках. А у тебя нет. А возьми, знаешь как, нажми на tab. Там у тебя есть, видишь, hands и крестик. Нажми на крестик, чтобы, типа, убрать из рук. У меня по-русски написано в руках. В руках. Ну типа, понял. Удали и возьми туда, перетащи бутылку. А не лезет, прикинь. Ну ладно, вообще. Ладно, дай мне тогда. Да, я сейчас тебе просто дам тогда. Так, подожди, а где она вообще? А, вот, все. Так, это хорошо. Магазин переместили тоже. Да их везде переместили. Того, не хочешь, не хочешь спагетти отведать? Да я пока кушал недавно. Вон она на полу лежит. Угу. Вы двигаетесь к Гарета? Мы набираем воду. Мы двигаемся в кабане, она тут пока... Артур, иди сюда, пас. Возьми, пожалуйста, спагетти. Будешь кушать, когда захочешь. Окей, давай. На полу вон. Да вижу, вижу. Как собаки, прости. Нормально. Пуль, не хочешь в голову? Нет. Остряк. Ну что такое? Сказал как есть. Даже нельзя в руки передать человеку, я вот к чему, в смысле. А-а-а. Так. No offense. Слышь, а я вроде не могу твою взять. Не знаю почему. А нет, вроде она у меня в руках, кажется. Должен о, суметь. О, есть, fill bottle. Оп, пошла жара. У меня рис есть. Что значит my stomach gumbled violently? Я ж только что покушал. Ну типа страшно жужжит, ну урчит. А, слышь, может я что-то не то съел? Не знаю, у меня две открытых консервы. Давай, кушай. Сейчас, секунду. Слушай, ой, лол, я хочу в туалет. Че, реально? Да. Да шучу я, пошли. Сейчас, подожди, я доем консерву одну. Ты прям полностью решил? Да, одну доем, чтобы она уж прям не мозолила. А я что-то боюсь кушать. Ой, слышишь, я чувствую себя усталым, я чувствую себя потерянным. Кажется, реально, что-то со мной не то. Ну, нечего было есть. Так я что же, я ел то же самое, что и ты! Конечно. Ты отравил меня, ты взял бутылку воды? Бутылка воды? А где она? Где-то вот тут, если нажать на tab. А, вот, вижу, вижу. Она неплохо так находится сама, то есть. Да, это очень хорошо. Стоишь примерно. Ой, слушай, мне нехорошо. Чё такое? Что-то не то. Слышь, я голодаю. Мне написано, что я голодаю. I'm starving. Надо еще что-нибудь поесть. Ходки эти, короче, работают как-то никак. Почему я голодаю? Раз. Игра, вот, бобы, очень вкусные. Кушать, кушать. Артур, принеси еды. Еды принеси. Сейчас, тихо. Тебе совсем плохо? Мне показалось, что в доме кто-то был. Не дай бог. Я начинаю жрать. Давай, кушай. Мне парень пишет, что он голодает. Тебе еще кинуть? Да подожди, сейчас я... Не-не, спасибо. Все, my hunger is satisfied. Надо еще. Ну, я никогда прям до упора не кушаю. Не, я понимаю, просто я знаешь, разочек съел, я видел, ты два раза съел, например, или три. Угу. My head pounds. Главное не переедать, вот что я боюсь. Да. Ладно, пойдем. Жалеешь еще. Угу. Блевать начну тут в дороге. Пошли, надо продолжить наш путь. У Джека там просто бег, у нас там просто этот... Как просто его? Еда. Просто это выживание. А, голова болит. Давай, веди, я тут не помню. Да, пойдем. Я тут потерялся, в какую сторону нам идти. Нифиг делать, идти на самом деле. Я даже не знаю, что нам вроде как нужно, потому что оружие есть, еда есть, воды вот набрали. Purification таблетки бы, конечно, не помешали, но... А ты где нашел Мосинку? А, с трупа я взял? Ну да, там парень какой-то стоял. Но рядом... Странно, что-то с этими трупами. Мосинка лежала рядом с ним, меня это, конечно, впечатлило. Не у него в руках. Я, типа, ему по лицу-то отвесил. Угу. И, типа...
Деньги все забрал. Так, стандартные амбары с красной крышей лутать нет смысла, они все пустые. Тут труп. Труп человека. У вас там весело. Трупы. Ну, тут постоянно трупы лежат. Огнетушитель. Наручники! Все. Правосудие. А к машине можно пристегнуть? И ездить. Не знаю, возьми с него этот себе. Этот. Три. В нем три. Машину вижу. Три рега. Вроде как. Три рега. Они не. Да, не может. Не может быть. Может, и починить можно? Можно. Джек, взял три рега перевязываться. Сейчас хоронить. Ой. Отдавать последние почести. Кому доплатить за возможность? Молоко. Хоронить. Отлично. Молоко нам прикольно, на заправках реально разбитые машины, которые кто-то тут оставлял, заправлял, и все вот здесь. Новые модели причем. Ты готов отправляться? Да. Да. Хорошо. Одно машину. Бинты взял с него, да? Да. Отлично. Там, наверное, не бинты, а обмотки какие-то. У машин можно разбитых двери открывать, закрывать. Ого. Ну-ка, капот, пожалуйста, откройте мне. А в полицейских машинах, наверное, что-то есть даже. Если... Вот полицейскую машину сейчас осматриваю. Она пустая. А нет, вот полицейская, это там другая какая-то была. Говорят, на выбор надо поворачивать. Ну давай повернем, хотя я что-то не помню. А, да, все правильно. О, полицейская в Волге. Да. Лёп. Это откуда такие звуки? Это у вас на улице где-то, что ли, машины едут? Я тоже слышал сейчас машину. Собака гавкала, ребят. Это, короче, у Макса там. Походу у меня, да. Ну так утром же снимаем. У тебя еще окно открыто, что ли? Не совсем, просто я сейчас на втором этаже. А, понятно. Да. Маленькую канистру. Слушай, слева какая-то военная база с бараками, я раньше ее никогда в жизни не видел. Кстати, советую тебе приглянуть. Давай пойдем. Давай. Что-то интересное. Ну да. За нами зомби бежит. Серьезно? Ага. Да и хер. Давай, да давай я. Дай вжарю. Подожди, подожди, тем ладно. Во, упал как надо, наконец-то. О, какой ствол. Анимация хорошая. Просто хорошо, о, да. Я просто хотел маленько подбежать, был бы очень эпичный кадр такой. Вот сейчас, это сейчас первого зомби. У меня был звук, да, эпичный кадр, но, к сожалению... Да, сделаем вот другой так. Эпичный кадр. Шестрилу стреляет в первого человека. Так, это, у нас... Я что хотел сказать, лучше бы, наверное, мы все-таки сапора убили, потому что если на той базе кто-то есть, он сейчас немножко нервничает. И... Это на выборе завод такой, да? И после выстрела руки вообще ходуном ходят, когда на ходу идешь. На завод, да, вроде как на выборе он. Вот это... Я настолько устал, что я стою с трудом. Это вот эти вот звуки, если вы их сейчас слышите, это не машины едут, это мусорщик баки с мусором выкатывает. Какой плохой мусорщик. Нет, так он специально, сейчас машина приедет и будет собирать это. Ну не сейчас, попозже. Вижу вышку. Тоже. Я сегодня за Джека. Тоже вижу. Молодец. Вышки тоже две пустые. Реально бараки. Ну пошли сходим туда. Именно те бараки, которые нам нужны. Я бы мог, можем, знаешь, их взять, можем вот так вот пройти сейчас. Давай-ка левее, давай обойдем, видишь, там горочка есть хорошая. Uh-huh. Я вот на ней где-нибудь схоронюсь. С Мосинки попадешь там? Да, конечно. Я тебе говорю, оно реально странно как-то временами стреляет, по крайней мере, пистолет. Пистолет? Ну, Мосинка вроде ну, такая. Я где-то, наверное, с 10 метров стрелял человеку в голову, разброс был там, наверное, где-то. Ах, короче... Сильно наверх ушло, метр на два. Угу. У меня голова болит. Мне нужно попить, я сейчас напьюсь, покушаю еще. Что-то я особо тоже не наедаюсь. И кажется, у нас с тобой паразиты завелись. Да, вполне возможно. Да. Кишечный какой-нибудь цепень. Бычий цепень. Бычий цепень. Ужас. Может, это уже плохая идея была встретиться, потому что я не хочу болеть. Нет. Да ладно. Получишь цепня, как все. Каждому по цепню. Цепень в каждый дом, да. Только покушал сразу это. Цепень в каждый желудок. Ну, я только что съел гнилое яблочко, так что... Первые 20 метров бесплатно. Скоро уже буду с вами. Так, все, третий амбар, но он не должен быть пустым. А ты в зелено? Сейчас, Макс, а ты в зелено? Подожди, я вышку проверю. Давай. Я... Там заодно сразу. Слушай, я отсюда смотрю, вроде не вижу ничего. Ну давай. Все амбары пустые, да что ж ты будешь делать? У кого-то может, деревенские все утащили к себе по домам. Издевательство.
Угу. Вообще все пусто. Такое место для обзора. Только забор, конечно. Все, я бегу к зеленой башне. Давай. О, наконец-то на лестнице можно нормально подниматься. А теперь нельзя, есть, кстати, да, еще быстро. Недоработочка, нельзя дроп сделать. Помните, раньше можно было дроп даун ладдер? Ну, типа спрыгнуть. Да, по тебе стреляют, чтобы быстренько. А, пустая. Так, сейчас я кушаю и выдвигаюсь туда. Ну, давай, я тогда на горочку пойду. У тебя, Джек, там как-то особо... Ой, Макс, особо прикрытия нету, я не вижу. В смысле, меня не надо видеть, я сам по себе, типа. Ты пойдешь нет, лутать просто. Ты базу особо не видишь. Вижу. Или у тебя есть там место? Нет, я не отсюда, я там горочка вот впереди нас, я вот с нее. Окей. Да. Там. Лес-полоса мешать не будет? Не, не будет. Я, наверное, еще вот те амбарчики проверю. Так, сейчас молочка попью. По крайней мере, не должна. Пока вы там носитесь. Кушайте. Ох, он опять тупит. Нет, управление, конечно, еще допиливать. Вообще очень неотзывчивое. Но удобное чувство. Управление? Мне гораздо удобнее. А мне управление. А мне управление. Вот да, мне нравится. Такое. Мне комфортно. Нет, вот сама именно в руки. В руки из рук, там, да. С использованием. Вот в руки из рук неудобно, действительно. Надо как-то поинтереснее. А так очень удобно. Ну, то есть, я чувствую себя более свободно и комфортно, чем в армии. Молоко интересно. Еще осталось гранаты покидать. Интересно как. Если так же, как в армии второй, то они также бесполезны. А если как-то побыстрее, вот это уже будет интересно. А то... Я кушаю, а это сушеное молоко, то есть порошковое. Я его кушал. Прям так? Молока? Ты молодец. Угу. Ну ладно, я его покушал. Ладно, хрен с ним, потом попью. Базу вижу, ворота вроде как приоткрыты. Выдвинулся. Угу. Ты то есть левее там в этом... Да, а, да, вон да, я вижу. На горочку иду. Зомбей, в принципе, мало в городах, но вот если заметят, двое-трое будут бежать до последнего просто. А вы трейлер видели? Вот я не смотрел. Интересно, а можно будет как-нибудь самому так пристрелиться? Я бы хотел. Да еще бы. Я бы тоже. Там хотел. Реально как кто-нибудь... Нет, там... Начинает сжимать. Я уже могу сказать, что здесь можно убить себя. В смысле? Ну, как я про это как говорю. Себя убить? Не, ну в смысле escape, типа... перезагрузиться, ну, короче, ты типа суицид совершишь все. Вот и если вот, наверное, бы он в тут момент будет эта анимация. Пистолет вытаскивал и пускал бы себе в голову. А с видом вот первого лица смотришь, да, такой. Так, сейчас я прилягу тут. Зомби такие руки раскидывают в стороны и идут. А, пистолет, оставайся, пожалуйста. Только не сейчас, а. Все, взял. А я пистолет-то взял? Да, взял. У вас есть патроны на пистолет? А я не знаю, как он называется. У меня 6. Менюшка не открывается. Короче, МРГ какой-то вроде был он. По-моему, то, что у меня. Я не помню. Я пистолет просто первый раз в жизни вижу. Голову зомби просто сразу. Чего так, ну это административное здание КПП. Так и не открывается по-прежнему. Так, мой первый коровничек. Да, КПП что-то... не открывается, действительно. Тоже вот замечательно. Здесь стоит БМПшка. Теперь в коровниках на протяжении всей длины лут валяется. А не как раньше в начале. Мало я, конечно, вижу, да, но вижу. Средняя канистра с бензином. Еще под... Другое административное здание, которое раньше не открывалось, теперь открывается. Но я пойду прямиком в бараке, потому что они мне привычны. Это что такое? Только я зомби слышу. Блин, а тут прикольно. Угу. Я чувствую, это будет одно из самых популярных мест в будущем. О, бандана зеленая есть. Потому что близко ко всему. Взять. Бандана — это круто. Куда я ее взял? Где бандана? Джек. А, я не могу понять. Может, он ее одел? Он так нет. Джек, тихо. Мне тишина нужна. Так, ну бараки абсолютно такие же. Здесь есть разгрузка просто огромная какая-то. И М16 без станагов. Здорово, бери. Ну, возьму. Здесь есть карго-пенс. UK Salt West. Ну, прям как у меня, только она оливковая. Потом, Макс, тебе, я думаю, нужно будет сюда сходить и взять ее, потому что она в ней реально очень много помещается, как второй рюкзак. Разгрузочка типа? Да, а да, там да. Лишняя, да? Прям поверх. Да-да-да, она прям на входе в один. Да я пойду, в принципе. На самом деле ты можешь да. Двигаться. Да-да-да, я тоже так думаю, потому что слишком уж как-то здесь. Я нашел, как сказать, короче, газовую горелку.
которую можно поставить прямо на земле, поджечь и еду подогреть. А, переносную. Я понял, про что ты говоришь. Действительно, разве тут, на ней можно разогреть? Явно был. Был? Это ты по трупам определил, которые мы видели 100 метров там назад? А, там лежит просто рюкзак начальный, и ботинки в нем висят, пустая газировка. А-а-а. Я нашел ключи. Спасибо, от наручников. Херсно. И патроны 7,62. Так, я захожу на КПП. Ага. Только я захожу не с той стороны, где ты. С другой. Понял. Слегка. Так, патроны для... Я заметил, дроби. Что они подрезали лут в целом, но бараков стало больше. Ну, это, я думаю, от сервера тоже зависит будет. Ну, чёрт его знает. Ого. Приклад для М4. Пользуясь случаем, на правах одного из парней, которые играют, мы будем свой стендалон тоже открывать тут на днях. Ждем всех. Так, этот... Перчатки! Опа! Блин, круто. Перчаток тебе. Не было? Не было. А, я короче, находил... тут на каждом, на каждую пушку можно разный обвес крепить. Угу. На М4, допустим, я нашел еще один приклад. Приклад можно снять. Да, знаю, там три, еще приклад и еще что-то. Ой, какой тут рюкзак, слушай. Хантинг бэкпэк, в разы больше. Макс, моего. Я нашел маску, про которую ты говорил. А, как она выглядит? Ну, как клоунская, я ее надел на себя. Называется Хокстон Маск или как? Да-да-да. Дальше, значит, да. Блин, ты в одном из этих бараков? Да, в одном из них, последний. Я ко второму подхожу. Не знаю, у меня такой чувак с топориком, с автоматом, все да, зелененько, бандана. Угу. Я забрал сумку. Мне предложили поставить сумку в сумку. Нет, это не ты, Артур, мы походу разные зашли. Но мы друг друга узнаем, я тебя сразу увижу. О, тут тоже большая, огромная сумочка такая. Откроешься? Вряд ли. Только красная. В городе теперь больше зданий. Mountain Backpack 35. Да-да, у меня такой же. У меня а у меня, не, у меня хантинг. Хантинг 30, по-моему. Хантинг 30, да. Короче, в моем бараке вот имеется. Здесь еще противогазная маска, если хочешь. О, вижу, Артур, да, иду к тебе, сейчас возьмем. Ну все, я на зеленую гору пошел. У тебя станаги есть, да, Гришо? Да-да-да, два рожка. Отлично. У меня один. Жаль, я не смог эмку взять. А, у тебя эмки нет? Не, у меня в руках есть, я не смог рюкзак взять кому-то из вас. Понятно. Было бы хорошо. Зомби сагрился, но я не слышу, не вижу. Да нет, можно забить. Бежит сюда. Короче, так он бежит сюда, забить. Ладно, я выхожу тогда. Так, подожди-ка. Давай по старинке. Кто-нибудь возьми его, а кто-нибудь с ближнего оружия. Не будем шуметь, топором разберемся. Он куда-то забежал. Короче, он совершил квантовый скачок, забей, пойдем. А не, вот он вышел. Воу-воу-воу-воу-воу, парень. Отъехал. Ничего, ничего не. Слышь, он реально квантовые скачки совершают, дикари. Где разгрузка? Разгрузка вот здесь, да, куда ты пошел. Понял. Там вторая или третья дверь пошла. Ага, вижу. А нет, слева первая, сразу. Первая. А, да когда патроны, блин. Ух, слушай, вообще круто. Так, я чувствую себя немножко голодным. А вот... О! Чё? Как у меня есть оружие? А. Откуда у меня... тут какие-то у меня были патроны, лежали, я их не выкидывал. Станашки, видимо, да? Да, у меня... Нет, это не станашки. 7,62, ты да. Приклад специально выкинул, да? 5,56, да. А киви... Короче, у меня 100 патронов. А ты был тут большой? Нифига ты бешеный. В двухэтажном здании был? Нет. В смысле 100 патронов? Я вот, вот эти... 100 патронов у меня. Откуда это? Рожок. Большой? Я не знаю, покажи, ну-ка, покажи, дай посмотреть. Макс, ты можешь сказать, он что такой у тебя маленький? За патроны на Мосинку какие? Да, могу сказать. У меня патроны на Мосинку 7,62, да. У меня таких есть 20, 40, 42 штуки. Я, кстати, прикинь, все это время был с пустым магазином на Мосинке. Молодец. Ну, то есть я только сейчас ее зарядил. Я так посмотрел, что-то там нет патронов. Заряжаю, кстати, вручную, понял? Не так просто, а именно в инвентарь выбрал, зарядил. Макс, мы с тобой в крутых куртках теперь. Крутых. Ты его тут был, да? Нет, я тут не был. Тут тюрьма, смотри. Да? Да, двери... Здесь может быть какой-нибудь армори. Двери открыты, может быть. Чисто, в тюрьме ничего нет.
Ну, второй этаж я... Чё-то быстро. О, вышка. Пойду к вышке. Что-то людей вот я не видел. Сколько бегаю. Ну, не знаю, кстати говоря, да, насчет людей. Тоже какой-нибудь раньше меня сейчас увидит, и все. Мы людей встречали. Да, мы встречали. Будьте здоровы, девушка. Будьте здоровы. Слушай, я нашел себе... Тебе нужен топор, Артур, или у тебя есть? У меня есть топор. Я просто планирую сейчас свой выкинуть к чертям. На втором? Выкинуть топор? Ну, я нашел новый топор. А, хорошо. Тогда ладно. Розы. О, вот М16. И станок к нему. Поздравляю тебя, Макс. Я не хочу. Ты не хочешь? Нет. Возьми Окей. мне, пожалуйста, станок. Ладно, тут еще, один, еще одна суперсумка и патроны для дробовика. О, патроны на Мосинку. Еще 7 штучек. Так, армейские бутсы. Короче, он когда по лестнике поднимается, еще оружие из рук так, убирает. Надо в... А, мы же не можем перекладывать оружие в рюкзак. Да-да-да. Ну-ка, сейчас я попробую, правда. Я тебе не верю. Ты меня обманываешь, наверное. Давай, попробуй. Сколько оно по слотам, интересно, занимает? А, вон. А тут не поймешь, сколько она по слотам занимает. Ну, потому что нельзя. Тут еще пистолет лежит наверху. FNX какой-то. А, так, а может ее разобрать как-то? Детали, по-моему, можно закинуть. Ну, а смысл детали таскать сюда? Ну, да. Слышь, а если я вот, это отсюда, вот это отсюда здесь обзор хороший, конечно. Я иду на Зеленую гору один. Мне страшно. Зачем ты это делаешь? Ты, главное, не переживай, братан. Так. Я думал, что мы вместе пойдем. Че так долго, Артур? Сейчас я разбирался. Там соло-соло еще, ты видел? Соло-соло. Я, пожалуй, просто тупо выпью. Капец. У тебя звуки такие. Ну блин! Перерывчик, значит, надо покушать. Время есть? My hunger. Можно и поесть, да. У меня есть Satisfy, это уже мой голод. Слушай, что-то слишком много фляжек у меня в находке. Это рюкзак. Не нужно. Нет. Кстати говоря, здесь тоже, короче, можно неплохо так тариться. Потерпи, мне еще попить надо. Я пока крою нижний. Угу. Поспокойнее стало. Хотя, конечно, оптик какой-нибудь накрутить. Ну-ка я сейчас попробую. Да, мне рукоять. Мне бы очень хотелось. А ты, кстати, посмотри, кстати, в каком состоянии М-ка себя чувствует, это и твоя, и самые нужные части. Вот, например, здесь хорошего. Вообще нет ничего. Только средняя М4 Optics. А у меня не пишет, в каком она состоянии. А когда ты наводишь? Держишь? Нет, ничего не пишет. Черный экран. А, вот видишь? Да, а вот поэтому, ребят, я поставил английский язык, кстати. Нет, только у меня на английском такие же проблемы бывают с пушкой. А у меня нет. Просто черный экран и все. Слышишь, что-то такое ощущение, что без рукоятки пушка становится. Гордон Фриман is alive! Че такое? Нашел pipe wrench. Вот, смотри. Лежит. Жесть. Часик. А рядом с ним еще Can Opener, это маленький. Два гаечных ключа, в общем. Ладно, пойдем. Так, сейчас. Я вам скажу лишь одно, что вокруг Зеленой горы убрали забор. И что еще там? Поднимаюсь, пока не вижу. Ну блин, все, погнали. Вот, давай. Даю. Погнали. Даю. Нам бы карту. У меня есть кусочек. Просто? А не, нету. А нет, забор. Она же теперь кусками падает, не всей, не целости. Не целой карты. Карту-то мы знаем, просто посмотреть, что тут да как. Как? Мы не знаем карту, она же уже новая. Тут нет. Новоселки вот. Всякие добавили. Там. А вот это вот слева еще барак, ты в нем был? Был. Ага, понял. Угу. Так, я лучше с этой стороны подышу. Интересно, справа. Все-таки они не могли, по-моему, просто так взять и оставить Зеленую гору, я считаю. Ну вот это вот наш первый визит на Зеленую гору, когда там пришли, а там куча трупов. Ага. Не пошло там. Я пока не пойму, как мне... Это мои шаги. Ладно, все нормально, хорошо. Прикол. Вот это прикол. Не, забор остался, я просто его не видел снизу, пока поднимался. Ты не устал? Сеточка дурацкая. Нет. Я бы хотел попить, но потерплю ничего. Ну ты что давай только что выдал? Ну, мне пофигу, я постоянно хочу чего-нибудь, потому что я тяжести таскаю. Самое крутое, что раньше мог просто забежать на Зеленую гору, ну то есть через ворота и все, и там топором, допустим, внутри бы стоял, всех зомби бы убил. А сейчас я не знаю, когда забегу, то что там будет. Поэтому придется сыпать. Выглядит лучше, чем обычно. Я, честно говоря, да, вот ты прям мысль мою поймал.
Я просто уверен, что я в обычный DZ уже не пойду. Ты посмотрел, наверное, налево, на гору, да, такой, и подумал, что... Нет, я на деревья смотрю, как-то картинка выглядит просто реально гораздо более гармонично. Блин, не могу сказать то же самое, потому что выкрутил графон, но как бы уверен. Ну, я тоже на минимум поставил, теперь хоть FPS нормально. Я уверен, когда все оптимизируется, можно будет перейти на более сильные настройки. Ну, посмотрим как. Да не, очень красиво. Такс. У меня тут постобработка, только, по-моему, на среднем. А я постобработку вижу уже одного зомби. А с ней засветы прикольные такие. В них никого не видно, как правило. Не, засветы я тоже вижу. То есть на солнце, когда свой аж плохо становится. Аж сияние дикое. Ну, кстати, так через веточки все проглядывает. Да, через веточки очень хорошо. Над этим поработали. Движок же тут не от армы, а к игре. Ой, разработка. Хеликоптеры это. Он вот чем лучше, второй, что кстати. Он по дальности именно прорисовки очень хорош. То есть возможно, примерно ну, почти как GTA 5. Я хочу сказать, короче, что движок Арма второй очень рано хоронит, он реально до сих пор крайне красив. Слушай, но кривой. Я измотан, кстати, очень сильно. Ну типа. Но сейчас ну, он там, он до кишки дойдем. Но мы не спешим, да, мы не спешим, мы бежим нормально. Нагруженные в прогрузочке, в противогазиках, в ушаночках, в перчаточках. Анимация опять же получше стала. Но это, в принципе, ой, слушай, а ты пробовал два раза альт нажимать и вниз посмотреть себе под ноги на свое снаряжение, на одежду, все так хорошо? Ну да, что так? Я на зеленой горе. Не знаю, мне вот это вот вообще нравится внешний вид свой, просто ощи. В шлеме таком, сверху это. А у меня еще фонарик. Ну, полицейская, знаешь, для пистолета. Ты похож на какого-то отставного вообще военного, а я на рыбака-педераста, как минимум, то есть, ну, если так посмотреть, ну, посмотри, такой жилет, знаешь, эти штаны и пайта, ну, не иначе, то есть. Нет, ты выглядишь круто, вот не надо. Да не, шутки шутками, но реально, этот комбинезончик меня просто, я хочу его снять прямо сейчас. Помните большое здание зеленое на Зеленой горе? Помню. Теперь в него можно войти. Да, мы уже были в одном таком. Же были. Ну я в таком же лутался, но я думал, что он немножко... Я хочу штык-нож на Энфилд учить. Ой, на Мосин. Энфилда нет больше. Оно есть вообще? Штык-нож? Ну я вроде видел на стриме, у него был там штык-нож. Тоже хочу. У меня таблетки для очищения воды. О, есть. Здорово. Пригодятся. Джек, а мы тебя уже найдем. Я на Зеленой горе хожу, давайте ко мне сюда. Мы бежим. Ну мы видим Зеленогорск. Нет, это не Зеленогорск, это... Летний, я не помню, что? Как этот город называется, но он после Зеленогорска. Там еще... А, подожди, там около этой церкви сейчас... Перед барак, между выбором и Зеленогорском этот город. И да, тут... Нет, я запутался. И там около церкви магазин еще. Я еще одну эмку нашел. И там Джек умер еще в церкви, он еще топливо там выкинул, помнишь? Все, да-да-да, понял. Смотрите, говорит, дамы и господа, топливо такое. Mm-hmm. Я упал. Я умер. Спасай меня, Артур, спасай. А мы, кстати, на эпоче успели даже с Джеком базу построить. Да. Все, я теперь в шлеме как военный. Шмар. Если что за военный умею. Так, ну-ка, нога. Банк да? с тунцом. Не, это просто шок. То есть, типа в домике можно вообще во все заходить почти. Ага. Это круто. Газовая маска. Взять. Я открываю где-то двери, но я не вижу где. Но, видимо, сюда дверь. Если что, я с другого входа зашел. Понял. Ого, тут кровище так, как Silent Hill прям. Кто-то прям тут обращался, походу. Слушай, а что это лежит? А, газовая лампа. О, смотри, тут матрешки, Артур. Где? Вон в шкафчике посмотри, вот справа там. Матрешки нашли. Допустим, я нашел пасхалку, да. Чернорусия, все дела. Такс. Че-то. Молоток нашел. Синие джинсы. Рыбак педераст, слушай, ну это да. Идем. Сейчас я шапку чеченку надену. Ну и выраженница. Чеченку, в смысле, это бини, которая? Сейчас, сложно сказать. Радар кэп. О, нифига себе, еще покажешь. На ней, правда, текстура заезжает от противогаза. Да, у меня тоже заезжает. FNX-45 у меня пистолет. Есть к нему патроны? У меня, кстати, точно такой же пистолет. Еще банк с едой. Так, Макс, лежи. Я сейчас все ненужное скину. Я что-то как-то все торопился и давай, не скидывал. Давай. Так, что мне тут можно выкинуть? Спички. Ага, с оружием вообще ништяк. Тут все хорошо. Блин, а тут ничего и не выкинешь. Патрон на дробовик, но... Вот это действительно круто. 45 ACP руинят. Нет.
Так, что это такое? Firewood, дрова, я дрова с собой таскаю. Книгу. А, подожди, 7.62. 7.62, я думаю, это книга. Подожди, это тебе патроны, подойдет, Макс? Это патрончики. 7.62 мне? Да, подойдет? Да, да, подойду. Сейчас я, короче, в другое место переложу, потому что тут уже много сюда. Там можно шлутать, тут же с лутом хорошо, все, давай. Не, ну все равно, короче, вот тут она. Кто может помочь, я думаю, это книжка, разобраться? 40-раундовый, 5.56. 20 патронов, 7.62? Для чего? Нифига себе. Я мог... А, для натовской винтовки какой-то. Ах, слышь, я хотел присоединить 20-патронный магазин к Мосину, но мне сказали, ну не подходит, братан. It doesn't fit here. Вот это... А я заметил только что, что когда я надел эту шапку, у меня снялся стой, фонарик. Зацени, хочу тебе кое-что показать. Смотри, вот вроде как я лежу, да? Вроде как я целюсь, там все дела. А теперь смотри. Оп. 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 Что это? Позицию меняет. Угу. Под стрельбу. Прикольно. Прикольно, да. Даже над этим слегка поработали. Пойдем. Там вроде чисто. Это вроде город не Погоревка, но как-то называется там. Я забыл просто как. Лопатина. Ох, дальше там. Я не помню, вот честно. Выбор и Зеленогорск. Что между ними? Город такой дурацкий. И бежим мы к нему дурацко. А, да какая разница? Мы ж, у нас же разгрузка. Не знаю, как она нам поможет, но у нас же она есть все-таки. Интересно, здесь есть на самом деле Bulletproof Vest? Есть броник, но он типа очень быстро изнашивается. Буквально 2-3 патрона и уже все. Да, ну все равно спасет от 2-3 выстрелов. Ну, это уже. У меня есть военный шлем сейчас на голове. С таким и не страшно в переговоры идти. Не, у тебя реально такой боец спецназа. И рюкзак, кстати, ты взял себе тот старый большой. Новый не брал? Или тот большой больше? Нет, у меня тот мой, он в нем 35, он самый большой пока что похож. А у меня вот этот вот 30-ка неплохой тоже. Ну, да. Тут на 35 есть. Ну, вот ну я вот у меня на 35. Жек, не, ты на зеленой горе? Нет, я для Макса, да-да-да. Ничего особенного? Киви нашел, ну я тут залутался неплохо. Ну, в принципе, тогда выдвигайся, наверное, севернее. И уже... Не, я сейчас еще на зеленый гор наверх поднимусь. А, ты еще даже не поднимался наверх? Нет, я же от здания лутал. Ну тогда да. Мы сейчас встретимся с тобой, возможно, и, наверное, уже заканчивать серию будем. Хотя я бы... Ну, блин, этот город просто... Ну, серию заканчивать, играть-то не будем заканчивать, а вы все увидите уже в другой серии, так что... Заканчивать играть! Слышишь? Заканчивать играть. Кстати, тут даже зероинг есть на 100, на 200, на 300 в Мосине. Да? Да. А, вот смотри. И у тебя тоже, да, есть? Еще бы узнать, как делается, ну, режим огня, то есть полуавтоматика, полная автоматика. А, блин, раньше наверное, раньше наев было, да. Я чувствую себя очень уставшим. Я чувствую себя очень уязвимым и ранимым. Я, пожалуй... И мне очень голодно. Сейчас забегу в кустики и... А. Давай в кустиках покушаем-то. Не, давай тогда дальше чуть пробежим все-таки. Ну давай. Вон за сеном там присядем лучше. Сено не пробиваем, а там спокойнее. Надо сеном обвязаться просто, да? Никакие ранения не будут страшны. Угу. А вообще какой-то... Реально. Броню сено. Слышишь, хаммер справа. Хаммер справа какой-то разбитый. Так, ну вот где-то здесь я и приостановлюсь. Ну давай, я к хаммеру сбегаю, ну, мало ли что там. Надо попить изначально. Тело опять такое чавканье идет на 10 метрах. Так, теперь надо вскрыть еду, потому что открытой у меня уже нету. Я не думаю, что у Хаммера что-то есть. Слушай, а можно я попробую заковать тебя в наручники? Просто попробовать. А у тебя ключ-то есть? Нет. А у меня есть ключ. А вот так вот закует, а я потом буду бегать как дурак. Нет, так там же можно освободиться. А, говорит, ключи нужны были, конечно. Нет, это лучше Джек. Я hunger satisfied. Что значит это лучше Джек? Во-во-во. Полегче, парень. Полегче. Идем. Что сейчас там? Я там, кушаю там есть? И попить надо будет. А, нет, тут ничего нет. Ну это же хаммер. Джек же сказал, что там можно открывать много разных вещей. Ну-ка. Я не видел ничего такого. Багажник можно открыть, дверцы. Нет, можешь нет, что-нибудь вроде летать. Как нельзя. Ну, у хаммера, по крайней мере. А, проблема, Макс, в том, что я бы выдвинулся с зеленой горы, но я не знаю, куда выдвигаться. Поэтому... На север? Ну и где север? Там, где не Зеленогорск. А, ну то есть к аэропорту, что ли? Ну да.
У меня фляга на треть полная. Я думаю, мне этого хватит. Да, у меня тоже где-то так. Но меня просто беспокоит, что мы можем заразиться чем-то нехорошим. Да вон у Джека. А, да, это прежде надо было. Блин, я, на самом деле интересно, а можно газовой горелкой кипятить воду? Вот еще. Скорее всего. Скорее всего. Я чувствую себя нестабильно. Только, видимо, надо, чтобы была посуда именно металлическая, ну, чтобы ты пластиковую бутылку не сжег. Я постоянно хочу жрать, постоянно хочу спать и постоянно хочу пить. Ну, что так я говорю, жизнь? Вот эти вот надписи, их, конечно, как-то по-другому бы лучше сделать. Да вроде нормально. Были индикаторы, все было. Нет, индикатор нормальный, это я просто нельзя поворчать, что ли. Угу. Заправка. Мне вот нравится эта новая система. Но она мне больше нравится, чем то, что было. И мне, и мне тоже значки меньше нравятся, Джек. Не очень наглядно. Они как бы, знаешь... Просто пусть оно пишет, но не так часто, потому что каждые 5 минут он то голоден, то... Тогда знаешь, что надо? Надо, чтобы по нажатию кнопки все индикаторы, которые тебя волнуют, писали. I feel вот по этому поводу так, по этому поводу так, карта есть. Вот это я согласен, это хорошо. Все, я окончательно сориентировался, где мы находимся. Так, карта, сейчас проверю. Я просто по этим маршрутам, где мы бегали, на АБРДМ никогда не ездил. Один раз ездил, читать меня там спалили. Как ее читать-то? Допустим, на ходке и шестерку сейчас нажму. Imported Slovak beer since... я забыл, как по-английски 1999. 1999. Так, Могилевка вижу, пусто вижу. Новые города. Малиновка? Что за Малиновка? Не помню такого. Малиновка? Пустой хребет, Баранчик, есть, только маленький кусочек. Пик Козлова, Добрый, все тоже. Камышово, Нижняя Березина, Хельм, Красностав, Ольша, Острый. Ну, немного, конечно. Но слышишь, над Красноставом... Ой, над Красноставом сколько всего нового. Новые дороги какие-то. Так, готов идти? Да. Пойдем. Я спереди. Джек, одинокий волк. Ага. Вон ли, вулф. Джек, потерявшийся одинокий волк. Серьезно, я спустился вниз и не могу понять, откуда пришел. А ты... Я вижу куда башню сильно левее. Боковым зрением. Вперед смотрю, не вижу. Макс, башня. Где-то, короче, вот так, да, бежать. Я тебя не вижу. Прям. Я сзади тебя нахожусь. А, ты просто сказал, что я вижу, да? Да, сильно левее. Давай, наверное, уже закончим эту серию на сегодня, а в следующей встретимся с Джеком, и все будет у нас хорошо. Окей, в принципе, я доволен тем, что у нас сегодня получилось. Я тоже так залутались, нифига себе. Крутая игра, действительно, атмосфера чувствуется. Только зомбей, да, зомбей бы побольше, так опасности какой-то сильно нет. Побольше, сильно, чтобы приходилось ползать по городу, реально. Это было бы круто. А так мы... Ну и кроме того, как-то нужно систему инвентаря еще допиливать, я чувствую очень серьезно, потому что очень много вопросов к ней. В смысле, а так, инвентаря по поводу в руки брать? В руки брать, вообще в целом. А в целом нормально, по-моему. Нет, очень много у меня не работает. Ну ладно. Не знаю, мне все нравится. Да, у меня тоже. Ну все, спасибо, в общем, что были с нами. Каждый свое мнение выскажет, еще уверен, в будущем. Доброго ФПСа. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всем пока. Всем пока!